Доброе утро, дорогие друзья. Синоптики нас опять надули. Никакого урагана и смерча пока не наблюдается на улице. Но, несмотря на это, на площадке объявлен техперерыв. А я имею в виду на Чистопрудном бульваре. И вот мы сегодня здесь, на Семеновской. Ну и я с утра решил вам спеть песню. Песню, смысл этой песни, которым я руководствуюсь всю свою жизнь. Пока есть силы, пока есть здоровье, нужно бороться за свое счастье. Итак, песня. Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. В такие дни я был с собой в разлуке, и никого помочь мне не просил. И я хотел идти, куда попало, закрыть свой дом и не найти ключа. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. И спеть меня никто не мог заставить. Молчание – начало всех начал. Но если душу песней мне расправить, как трудно сделать так, чтоб я молчал. И пусть сегодня дней осталось мало, и меркнет свет, и кровь не горяча, я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Желаю, чтобы и ваша свеча горела долго. Хорошего дня. Спасибо.